Здравствуйте, уважаемые друзья и дорогие коллеги. Мы снова на канале Психфарм ТВ, который провожает вместе с вами прошедший 2021 год. Этот год был очень тяжелым для нас всех. В этом году мы теряли своих родственников. В этом году нам было очень тяжело материально. Я надеюсь, что следующий год будет лучше для нас, хотя на самом деле надежд у меня очень мало. Но что бы мне хотелось? Мне хотелось бы сказать, что в любой сложной ситуации надо искать положительное. И мы находим положительное в том, что в прошлом году, который сейчас уходит от нас, мы с вами очень здорово подружились. Во всяком случае, у нас появилось большое количество новых зрителей. Мы сумели сохранить старых зрителей. Нас смотрят уже больше 50 тысяч человек в месяц. А вы понимаете, что для канала, который не занимается туфтой, не занимается ерундой, а занимается научными знаниями, это очень и очень солидный результат. Мы бесконечно благодарны вам за то, что вы нам помогали в своей работе. Мы благодарны вам за то, что вы сыпали на нас различные замечания, что вы сыпали на нас различные предложения. Вы помогали нам очень и очень, и мы старались помогать вам, как мы только можем, и отвечая на ваши вопросы, и рассказывая вам о том, что вас интересует. И теперь я думаю, что в наступившем году мы должны с вами это сотрудничество продолжить. Ибо только сотрудничество и укрепление этого сотрудничества в будущем году поможет нам с вами, я думаю, не только выжить, но и развиваться, жить и работать так же хорошо, как мы с вами работали в уходящем году. Я хочу вам пожелать здоровья, счастья, успехов. И, пожалуйста, будьте всегда рядом с Психфарм ТМ, а мы всегда будем рядом с вами, и мы всегда будем вам помогать. Спасибо вам, с Новым годом!